Я с детства мечтал о гитаре. Как увидел клип Guns N' Roses, увидел Слэша с его красным лесполом, тут же захотел электрогитару. Вот я вырос, у меня появилось уже много гитар, и в моем арсенале сейчас три леспола. Два из них породистые американцы, Gibson LPJ и Tribute, и мой любимец, корейский Epiphone Standard. У Gibson LPJ толстый профиль грифа, дающий хороший сустейн, но такой размер не всем придется по душе. У Epiphone и Gibson Tribute тонкий профиль грифа Slim Taper. Толщина гитар отличается. У Tribute 4,3 см, 4,5 см у Gibson LPJ и целых 5 см у Epiphone. Благодаря белой кромке визуально гитара кажется гораздо тоньше. Интересно, что вес гитар не отличается. И один, и другой Gibson, и Epiphone все весят одинаково – 3,8 кг. Для объективности нашего теста на всех гитарах перед съемкой были поставлены новые струны Ernie Ball. А сейчас давайте попробуем услышать разницу. Thank you.
Друзья, какая гитара вам понравилась? Напишите в комментариях.